Главные ошибки правильного питания, которые мешают похудеть. Первое. Вы лишаете себя завтрака. Почему завтрак важен? Все просто. В течение часа после пробуждения организму необходимо установить нужный темп для обмена веществ на целый день. В этом поможет стакан воды перед едой и питательный и полезный завтрак. Номер два. Вы употребляете слишком мало калорий. В этом процессе важное значение имеет норма. Если в день вы станете потреблять всего 1200 калорий, то это плохо скажется на обмене веществ, так как вы буквально переходите на режим голодания. Номер три. Вы поддерживаете только низкоуглеводную диету. Ограниченное потребление углеводов способно привести к фигуре вашей мечты, но не стоит забывать, что углеводы для организма так же важны, как и другие компоненты, особенно если вы прибегаете к физическим нагрузкам. Номер 4. Нехватка других минералов и витаминов. Отсутствие необходимой нормы минералов и витаминов заметно снижают метаболические процессы, что в итоге замедляет процесс похудания. Номер 5. Вы забываете употреблять оптимальное количество воды. Метаболических процессов необходимо совмещать правильное питание с постоянным потреблением чистой воды. Понравилось видео? Ставь лайк, обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья!